приглашаю на сцену участников мюзикла «Норд-Ост». Вы представляете, что 16 июня каждого года обязательно идет дождь. Обязательно идет дождь, и температура градусов 10. Очень редко бывает так, чтобы такая жара. Наслаждайтесь. Нет, друзья, я хотела сказать другое. Проходите на сцену, друзья. Я вас представлю. Давай. Пока ребята присоединяются к нам, я позволю себе сентиментальную ноту. Я расскажу вам, как мы познакомились. Я хотела рассказать совсем другое. Я хотела рассказать о том, что 20 лет назад, ровно 20 лет назад в этот день, мы репетировали мюзикл «Норд-Ост» в ДК на Дубровке. И было 30 градусов жары. И в здании шла реконструкция. И мы репетировали с утра до вечера. У нас были тренинги, мы разучивали партиарий. Цементной пылью. И мы дышали строительной пылью, и даже полтруппы заболело желтухой. Я помню, такой был случай. Нет, это был гепатит А. Ну, желтуха и есть. Вот, да, лежали мы. Ну, в общем, было очень тяжело. И вот мы решили, что надо бы отдохнуть. И решили отметить мой день рождения. И отправились ко мне в маленькую квартирку на Щукинской. Набились туда 40 человек. И стали там плясать и петь. И это совершенно незабываемое воспоминание. Не знаю, сын Митя здесь присутствует. Вообще потерпевший от Норд-Оста сын Митя. А теперь ты расскажи. На самом деле, мюзикл «Норд-Ост», он шел в премьере несколькими этапами. Это потом я узнал, что Чебоксарова, Мазихин, еще несколько человек принимали участие в записи демо-версии. Мазихин нет, но не важно. По которой мы потом изучили все эти материалы. А поначалу первый призыв «Норд-Остовский», первая часть труппы, которая была отобрана, Иващенко и Васильев устроили такие мастерские. Они собрали вот тех людей, которых уже отобрали, попробовали режиссера, художника, и мы поставили несколько сцен. Там была тьма... Мгла. Мгла. Сталактитовая, почему-то. Мгла антрацитовая, конечно же, Вахтина квартира. И вот когда, собственно, а я вижу, они при нас обсуждали, что было интересно, всегда было интересно видеть авторскую кухню. И Ващенко и Васильев что-то перед собой говорят, так, а, стоп, а что же делать с Саней? Так, нужен мальчик. И они так переглянулись. Придется звать Чебоксарову. И мы такие, появились, Боже, кто же? А мы только закончили ГИТИС, там какие-то еще институты. Чебоксарова, это, наверное, какая-то такая гениальная травести, которая может сыграть любого ребенка. И вдруг появляется вот эта вот маленькая женщина. И это потом я узнал, что она как бы, не артистка вовсе. Не практикующая, да, актриса. И человек совершенно идеально вливается в актерскую труппу, и просто сама органичность, как у актера, как собака органичная. Спасибо, дружище. Покорила совершенно наши сердца актерские. Мы просто полюбили ее всей труппой, всем сердцем, и со слезами провожали ее, когда через полгода Лида сказала, что нет, свобода мне дороже, и ушла через полгода контракта в свободное плавание. Спасибо, Леша. Друзья, сейчас будет сеанс хорового пения. Значит, мы будем петь хоровые номера. Вот на сцене Алексей Росошанский, Виктория Соловьева, Алексей Бобров, Антон Акцев, концертмейстер Анастасия Зимина. И мы вот сейчас поняли, что мы этим составом можем спеть весь спектакль. Вот хоть... Слегко. Причем разбуди среди ночи. Из положения лежа. Но мы споем с вами лучшие хоровые номера. Давайте вот по порядку. На солнечной Архангельской пристани кипит работа. Пристань. Идет разгрузка барж. Среди рабочих кто? Иван Григорьев. И сын его? Саня. Как рыба, но ветер дует, и все изменится.
сердце море, то тише мыши, то выше крыши взовет волну. Штили молчит и ленится, штормы рычит и пенится, белых своих барашков сгоняет в северную длину. Утро пропахло ветром, а ветер пахнет лесной морожкою. Горы пропах рогожей, сырою кожей и табаком. Полдень пропах картошкою, полдень пропах окрошкою, хлебом, зеленым луком, копченым салом и молоком. Шабаш! Все, что не так загружено, будем грузить до ужина, чтобы забить все трюмы и утром баржу отправить в море. А наше море не слышит горя, лишь берег точит, да камни морщит, бурлит, лакочет и знать не хочет про наши беды на берегу. Всей нашей жизни цена пятак. Того гляди, налетишь на нож. Сегодня утром за бочагом пырнули ножиком почтальон. Убили малого просто так, убили малого не за крош. Какой кошмар, и куда же только глядит полиция? Ну и ну, давно пора засадить в тюрьму всех паразитов и всю шпану. Чего надулся, садись покушай. Бабы, ну что, сороки, гляди, немого перепугали, это я заметил. Вырос отцу помощник, ты ешь картошку, а их не слушай. Лучше на всякий случай гуляй пореже за бочагами. Там ходят лихие люди, ножами машут размером с локоть. А наш хозяин шутить не любит, а наше дело мешки волокать. Чтоб утром баржу отправить в море, а наше море не слышит горя. Бурлит, поточит и знать не хочет про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, покуда ветер не переменится. Море ленивым зверем лежит под солнцем и греет бок. Ветер сегодня ленится, мачты в воде не кренятся. Ветер в ушах не воет, и день так светел, и нам не стоит бояться горя, бояться бури, покуда море глаза зажмурят. Ленивым зверем обнявший берег лежит под солнцем у наших ног. Наш маленький герой попадает в Москву. Ну, шли годы, да? Прошли годы. Наш герой попал в Москву, и вот он среди... Он научился говорить. Но жизнь ему не сахар. Он среди таких же, вот как он, беспризорников, шныряет по блошинному рынку в поисках пропитания. Сбылась мечта, я стал миллионером, владею я несметным количеством нулей, солидный вид. Приличные манеры. Иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай. Кого бы осчастливить миллионом? Купить коробку спичек или пару папирос? А может взять флакон одеколону? Мадам, прошу пардону, возьмите взад ваш куб. Если нет рубашки, зачем нам кружева? А может, нам на публик денег хватит? Но это как покатит, тут может хватит.
ты на два. Ай-яй, купи, продай. Да здесь. Где временные беды переживаем мы? Дай Бог нам до начала новой эры не сдохнуть от холеры и от какой другой чумы. Ой-ой, да Боже ж мой. Да я миллионер, а я? И ты миллионер, а он? И он миллионер. Мы все миллионеры, пока товарищ милиционер нас не погонит на скверу. Пока товарищ милиционер нас не погонит вдоль по скверу. Не вдоль нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Нас не погонит вдоль по скверу. Лейтмотив. Капитаны собственной судьбы. Средство неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты, наш лактометр и наш гремучий газ, пару лягушек и копилку про запас. Капитаны собственной судьбы, это нас зовет сигнал трубы. Это нам поднимать ядра и над морем моря. Обжигаться солнце и 12 месяцев в году. Знай, что есть сквозь радость и беду. Нам греметь, словно звонкая медь, искать и бороться. Нашим крепким и законом мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда. Так в глаз. Любить-то пылко. И свою свинью-копилку беззаветно пронести через года. Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне, я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир, сквозь года прорастая. Но 12 месяцев в году, знай, что я тебя не подведу. Я тебя никогда не предам и в обиду не дам никому никогда. Я тебя. На карнавале в парке. Вот эти все. Вот эти все, которые собрались. Саня и Катя влюблены друг в друга. Между вами и Кирой тоже намечается роман. Вот ведь какая погода. Вот ведь опять как всегда. Празднику Нового года. Потому что нам то другое.
друзьями теплее. Папа, потому что зажмите скреплять карнавал, потому что ведет Новый год. Есть одно русское средство, дуба не дать декабре. Нужно мороженым греться изнутри. Наш народ непобедим. -31 мы сообразим, как согреться среди льдин. Тем, кто учен, мама нарос ни почем. Папа, потому что нас маленькие греют. Папа, потому что ногой только то одной, то другой. Мама, мы усердно толпочим облет. Папа, потому что знаком нам всеобщий закон. Мы на морозе с друзьями теплее. Папа, потому что флажки, серпантины, снежки. Потому что грядет Новый год. Тучи опять наползают, белой метелью грозя. Так и вода замерзает, жить нельзя. Но как встали, мы гудим -31, и организм остается невредим. Тем, кто учен, мама мороз ни почем. Папа, потому что нас валенки греют. Папа, потому что ногой то одной, то другой. Мы усердно топочем облет. Папа, потому что знаком нам всеобщий закон. На морозе с друзьями теплее. Папа, потому что в крови бродят токи любви. Потому что грядет Новый год. Потому что грядет Новый год. Да, приготовьтесь. Вот когда у нас бывает, что на репетицию собирается не весь коллектив наш концертный, говорю, мам, этого нет, этого нет, этого, и слава богу, чище будет. Мы хотим посвятить эту песню Максиму Гудкину. Максим Гудкин наш хормейстер, который придумал все эти наши хоровые номера. Им не стало позавчера. Ты, и сердце стучит, и в горле комок, как много ты сказать хотел, но снова не смог. Хватит молчать, смелее. Как трудно найти, а он помог. Простые слова. Я повторил на самолете маршрут Святой Марии. И кружится, как много лет назад, голова. Главсе в Оркуть дает добро. Ты вновь не о том. Главсе в Оркуть. Взгляни ей в глаза. Неужто все, что ты хотел ей сказать, что я несу, что ты несешь, катишь, молчи. Почему в тот вечер ты отвернулась от меня? Безумных лет, вы этого ждали.
Замерзающих звезд, где-то там, где кончается земля, там в безмолвии седом, среди обломков корабля, скрыта правда под льдом. Отыщу ее, чтоб доказать. То письмо ледяной стеною, 9 лет меж тобой и мною. То письмо, я дурак бездушный, мама твоя. Не нужно. Мне пора, много дел на вечер. До свидания. Пока. До встречи. Я попью за небесные просторы. Друг мой,
живет, подобно вольной птице. Всегда не там, где жил вчера. Он не спешит с землей заводиться. Хотя казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот. Он не собьется с правильного курса. Хотя казалось бы, вот-вот я в чистом поле выйду по утру лениво. Крутой винтом, вильно хвостом. И заволнуется встревоженная нива. Ну а потом... Зальются камни, очерпевшие со страху, и разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое! Крыло мое! Крыло мое! А под крылом моя земля, а под землей руда, а из руды моя страна дает мне дал, чтоб в самолете я летал. Ручье крыло мое, а над землей могучее крыло мое. Крыло мое, крыло мое, и мое, и мое, и мое. Крыло мое. Нашего проекта «Леди Чебоксара», мы тебя любим. Еще!